Аль не признали, дядюшка? О, ты, вот бог радости послал, а? Здравствуй, здравствуй. Ой, 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 кафтан долой. Долой, заболеешь, горячкой за не можешь, ах ты, господи. Маша, Маша, ну куда запропастилась, Маш? А, ну, неси скорее сухое платье. Да ну, быстрее неси. Бежит времечко-то, бежит племянчик. Он же в невесты выросла, Марья-то. Сватает? Да, кто сироту посватает? Кабы я был богат, а то... Ай, да, сам знаешь. Ну, чему радуешься-то, корабельщик? Корабль-то построили? Не построили. Ну, а что ж голландцы твои, а? Не могут. Систерички давно ничего не строили. Да ты что, голубок, вроде как защищаешь их. Тут не в старичках дело-то. Ну, а верь, построили? Да строим потихоньку. Сие дело новое, небывалое. Небывалое? Ай, так, небывалое. Ну, небывалое, значит, небывалое. Вот ты послушай. Идут русы на Царьград, скиди 10 000. Так в летописи сказано. А что в Несторовской летописи скиди означают? А? А? Скиди? А? Лодьи древних русов. А то-то. Скиди 10 000. Флот. А ты? Новое дело, небывалое. Не токмо было, но и есть. Есть племянничек. Насть надо. Где они бьют эти ключи-то животворящие? В Архангельске искать те ключи. Там. О севере думай. Там ищи людей. Ты об этом расскажи государю. Петру Алексеевичу сие ведомо. Видать, по первопутку ехать мне к Белому морю. Волков много. А пистолеты на что?